Здравствуйте, меня зовут Светлана, я помощница Льва Валерьевича по открытию франшизы «Лавка добра». 15 ноября мы открылись в городе Пермь в торговом центре «Айсберг Модерн». Сейчас мы послушаем видеоотзыв от нашего нового франчайзи Ирины. Добрый день, меня зовут Ирина. На данный момент я мама в декрете. На франшизу наткнулась совершенно случайно в интернете, заполнив рекламную иконку там с контактами. И через неделю мне перезвонили с предложением о сотрудничестве. Около дня мы с мужем решали, думали, что же делать, и вот поверили, что данный бизнес будет прибыльным, и решили купить франшизу. Дальше пошел месяц приготовления к открытию, поиск места под аренду, заказ оборудования, заказ сладостей. Были некоторые моменты, задержали немножечко оборудование, но я думаю, что это ничего страшного. Есть небольшой инцидент, который произошел перед открытием, что торговый центр поменял немножечко концепцию, и нас переселили с выбранного изначально места на более высокий этаж, на третий, со второго на третий. Ожидания и реальность немножечко разнились. Когда мы открылись, получается, трафик был меньше, чем мы ожидали. Но на данный момент хочу сказать, что все-таки данная схема работает. Каждый второй покупатель наш, продажи идут. Вот. Хочу пожелать всем удачи, добра, и данная франшиза, думаю, что очень выгодная. По поводу аренды, я думаю, что мы решим дальнейший вопрос, и будут хорошие прибыли. Спасибо, всего доброго.